это закончится. Что-то интересное происходит. Прошу прощения. Да, мы вне конкурса, и мы все равно эту возможность не хотели упустить, поработать, выделить еще какой-то слот времени, поработать над нашим одним проектом. Он называется «Метро для всех». Я покажу, что мы там успели сделать про Катона. Мы хотели сделать две вещи, но одна из них — это профили пользователей расширенные. Ну, вообще наш проект, Аня рассказывала, про доступность и про навигацию в метрополитене. Вот. Мы хотели сделать две вещи. Это расширенные профили пользователей, да, для того, чтобы можно было разные настройки сдавать и показывать прокладку маршрутов с учетом этих настроек. Вот. На самом деле тут тоже довольно много всего было сделано, но все осталось в бэкэнде. Вот. Оно как бы его пока не показать. Вот. Но суть в том, что стало больше пользователей, появился какой-то язык описания настроек этих профилей, и можно будет легко добавлять там новые и новые, в зависимости от того, какие у людей есть ограничения. Наша как бы суть того, что за этим проектом стоит огромная база данных, которую мы же сами собрали. Да? Вот они рассказывают, там у нас 8 городов, 395 станций, там десяток тысяч уже, наверное, объектов разных закартирован, и данные по ним собраны. Неважно. Вот сейчас мы научились все это более гибко как бы делать, как веб, так и на мобильном устройстве. Вот, у нас есть еще мобильное приложение. Вот. А более такая прикольная штука, которую мы успели сделать, даже сами немножко не ожидали, что успеем, это следующее. У нас вообще приложение, ну, оно банальное, с одной стороны, вещь позволяет делать, прокладывать какой-то маршрут, да, с учетом входов и выходов. Вот, то есть вы можете выбрать вот, вы можете выбрать до, вот, вот, то есть туда. И он вам построит маршрут и покажет все ограничения на этом маршруте, там есть больше информации, меньше информации. По каждой станции можно посмотреть те самые схемы, да, которые тоже упоминались, вот, ну и так далее. Вот, что мы смогли сделать в этот раз, это добавить способ визуально с этим всем работать. То есть если раньше вы начинали работу как бы с чистого листа, да, то сейчас у нас появилась такая прикольная штука, как выбор всего того же самого по карте. Вот. И вы можете там в любой момент сменить то, откуда вы едете, куда вы едете. И там все это достаточно так гибко менять и смотреть, ага, вот если из этого выхода, там, если здесь я поменяю, какой-то у меня более удобный, и так далее. Все это делать уже визуально. Вот. Ну, то есть превратить его в такой больше навигатор. Для, может быть, обычных людей, на самом деле, чем для людей с ограничениями. Мы надеемся, что это всем будет полезно. Вот. Ну, да, вообще очень доволен, потому что очень много успели сделать, исправить кучу ошибок. Вот, к нам присоединился один разработчик, вот, видите, сидит, он, ваша ручка, молодец. Вот, мы ожидали. И сами тоже прям довольны. Это все. Отлично, спасибо.